радиация, на мой взгляд, начали с того, что мы почитали, это же составляющая сокольного сохранения материи, да? Не совсем так. Просто радиация – это нестабильность вещества, потому что каждый атом имеет свою устойчивую форму. И поэтому, если эта устойчивая форма нарушена, то любой атом, любая материя, в принципе, прийти к устойчивому состоянию. Вот радиация обусловлена, что нестабильное образование пытается прийти к тому стабильному состоянию. Вот все. Распадается. Да. А в космосе у нас радиация очень высокая. Там, когда... там радиация не такая, там излучение. Это гамма-излучение, это излучение сверхвысоких частот. Это не такая, не за счет расщепления, это волновая радиация. Вот это путать, нужно не путать, есть радиация радиоактивное излучение, да. А есть радиация волновая, связанная с излучением волн. Так из космоса идет именно такая радиация, волновая. То есть жесткое смешное излучение, это просто гамма-излучение, которое не является, так сказать, не следствием стабильности атома. Это уже излученные звезды и так далее, но уже волновая природа другая.